Полиция и военные патрулируют улицы городов Ирана в годовщину гибели Махсы Амини. Девушка умерла после задержания полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Это стало импульсом к масштабным выступлениям иранцев против теократического режима, который власти жестко подавили. Чтобы не допустить проведения поминальных церемоний, семью девушки удерживают дома, сообщают СМИ. Дороги, ведущие к кладбищу в Сакезе, где похоронена Махса, перекрыты. Между тем, США и ЕС объявили о расширении санкционного списка иранцев, причастных к репрессиям.